считается, что вот одна из причин, почему утром птицы так часто поют, те же самые зарянки, что многие наши птички, это ночные мигранты, соответственно, вновь прилетевшие птицы, они появляются вот как раз ночью или под утро, и птицы, которые уже давно живут на участках, они только проснувшись, уже стремятся как можно быстрее обозначить, что место тут уже занято. С другой стороны, если есть свободные места, то вот прилетевшие птицы, они тоже ориентируются на пение уже особи, которые поселились. Вот, самцы и самки не отличаются от российской зарядки, по крайней мере, вот так. Вот тоже такая удивительная, на самом деле, картинка, когда зарянки-то это вообще птицы, которые держат свои преимущества у земли, гнездятся у земли, там буквально в норках, вот в каких-то нишах, на этом склоне, там, наверняка, как раз зарянки используются, гнездятся. А для пения вот вылетают высоко. Крапивы точно так же поступают, тоже, которые держатся внизу, там, как большая зверушка. Если ты не нашел, то вот она у меня тут. Можно показать, если у тебя... Она сейчас хорошо тут, да, видна. Да, вот можно посмотреть. Видно, только не... не это... Камеру подойти и посмотреть. Вот, можно посмотреть в камеру. Она сейчас хорошо навелась, сидит неподвижно, все хорошо видно. А, вот. Видите, смотрите. Ага. А вот это. Теперь наведи бинокль туда и посмотри. Ага. Да, на камере прям вообще замечательно. Вот так я и вижу. А, вот. Который выбрасывает, закрывает, коты подсюда. Отсюда вижу, а так не вижу.